Михаил, ну прежде всего, как получился гол, расскажите. Ну, Андрей Локтионов здорово на возврате назад сыграл, отобрал шайбу. И я так уже на скорость набрал, он меня просто ее откинул и удачно бросил. Приятно начинать старт сезона национальной команды. Да, конечно, на самом деле здорово, сегодня сразу вошли в игру, повели в счете. В принципе, сегодня все здорово сыграли. Илья Сорокин здорово в воротах сыграл, меньшинство, большинство, поэтому... Так, на самом деле, даже где-то выше ожиданий сыграли. Как раз таки про меньшинство как-то отрабатывали отдельно, что делали, как готовились к этому? Ну да, отрабатывали уже сколько вот, вчера тренировка была, и сегодня раскатка, отрабатывали и большинство, и меньшинство, поэтому, я думаю, ребята все собраны, кто-то в большинстве играет, кто-то в меньшинстве, поэтому, ну, все, меньшинство просто здорово сыграло. Как получился гол, расскажите? Нападающий здорово борется в чужой зоне, получилось, что Ваня увидел меня на синий, отдал пас. Вратарь не видел бросок, он залетел. Я рад. Но получается, первая игра за национальную команду, уже взрослую. И что скажете, вот так вот сразу гол, наверное, приятно? Я доволен игрой, команда выиграла, был хороший антураж, настрою команду. Мне все понравилось. Ну да, все друг другу подбадривают и помогаем друг другу, поэтому с этим проблем не было. А какая, в принципе, для тебя разница между олимпийской и национальной сборной? Здесь больше ответственности, уже хоккей чуть другой, команды посерьезнее приезжают. А как играл сегодня? Спасибо, хорошая игра получилась, интересная, интенсивная, много бросков было. Ребята молодцы, помогали мне, в некоторых моментах даже вытащили меня. Так что спасибо за победу. А сходу как-то выходить против финнов, ну, не то, что ни боязни не было, а вот все равно все-таки хозяева, и наверняка ждали такого нагнетения. Да не думаешь об этом, когда выходишь, просто готовишься, как обычно, поэтому без разницы было никого уходить. А партнеры выручали, когда была игра в меньшинстве, что сам скажешь об этих моментах? Да, в меньшинстве и в равных составах бы пару моментов, даже во втором периоде, 100% момент был у финнов, там Харти был на замыкании, но ребята хорошо заблокировали его. Сегодня вышла фиша, что ЦСКА, СКА и также сборная сыграет на открытом воздухе в Петербурге на огромном стадионе. Как тебе эта идея? Я в предвкушении этого матча. Это будет первый раз в моей жизни, чтобы на таком большом стадионе, еще дай бог, чтобы народ пришел. Я думаю, будет интересно. Юрий Петрович, как оцените старт турнира? 3-0. Хороший результат. Команда хорошо отработала, выполнили требования тренерского штаба, что мы наметили, поэтому молодцы. Опять же, никого из ребят не хочется выделять, то есть хочется выделить действительно команду, и как они и сражались, и работали, и выполняли требования. Хорошая была игра в меньшинстве, как-то отдельно отрабатывали? Мы собрали собрание, как вы знаете, что у нас не так много времени было отрабатывать, но ребята все показывали, что будут примерно делать финны, и хорошо, что все получилось.